Смотри, у них айфоны. Привет, девчонки. А вы рысь не видели? Как ты можешь вообще? Ну реально, ради же было. Капец.
в фильме. Господи, ты меня чуть не втащил, я у тебя выложу название. Доказательство смерти. Да, кстати, давай вот сейчас мы покажем морду нашего автомобиля. Да, реально, пойдем лучше про утку расскажем. Да, да, расскажем про утку. И, наверное, давай все-таки спросим у кого-нибудь вообще из присутствующих здесь, смотрели ли они этот фильм и узнают ли они эту машину. Давай, давай, нормально тема. Да. Давай пикюню. Огонь. А красненькая такая, ничего. Ну да, как и наша. Я братёвыч. Ага. Ты опять? Да, ты прав. Замечательный автомобиль, копия из фильма «Доказательство смерти», «Шевроле» нового 70-го года, уточка с сигарой и череп. Вот, давай спросим у посетителей, узнают ли они этот автомобиль, что они вообще думают. Ты знаешь, что это за машина? Они опять телочек клеит вообще. Royal Auto Show. Тачки. Он опять, он смотри, все уже. Почти склеил уже женщину. Да, вы знаете, что это за машина? То есть не узнаете ничего знакомого? Валят, а я найду рысь обязательно. Я же беременна, он скоро станет скандалом.